Всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Galerians, искать последнюю статуэтку волка. Пока безрезультатно, меня тут убили. Ну, я сам подставил, потому что все-таки здесь надо искать, а не где-то сзади. И появилась у меня идейка одна. Выходим из комнаты сохранения. Пойдемте сходим в ту комнату, где надо ставить эти штуки. Да отвали ты. Тут еще часы какие-то тикают. Так, вот здесь, по-моему, это находится. Где они все, их нужно поставить. И вроде бы, если я навожу на эту штуку, оно мне показывает место, где это находится. Вот я сейчас уберу вот эту штуку, орла уберу. Это показывает место, где стоит орел. Так, ну орел должен стоять здесь. Это точно. Так, если я уберу змею. Где я брал змею? А, ну тут мало что понятно, конечно, из этой картинки. Нет. Это, из этого я вообще мало чего пойму, конечно. Кстати, а почему на проекторе вот? Почему вот на проекторе, на этом... изображен орел. Ну, это стена, да. Вот та стена. Кстати, может в ту комнату вернуться еще? Где рисунки эти изображены? Так, ну-ка, давай-ка попробуем. Так, а где это находится? Здесь? Нет, по-моему, не здесь, да? Здесь что-то другое. А, это... я знаю, это комната проекторная. Кстати, что дает выключение вот этого света? Вроде же ничего не дает особо, да? Лампа стала синей. А! Кстати, лампа стала синей, все снова стали красными. Может быть, в темноте надо что-то сделать? Опять-таки. Так, ну это я, по-моему, уже читал, да? Вот это вот заметки про докторов. По-моему, тут такая комбинация. Такая. Вот это. И вот это. Теперь все лампы синего цвета. Лампа не реагирует. Но я это уже делал. Зачем мне это делать вновь? Я не понимаю. Да, если вы слышите жужжание, ну, на фоне, это у меня машинка стиральная стирает. Надеюсь, не сильно оно мешает. Так, ну включу. Дверь открыта. Какая дверь? А, это вот этот... вот эту дверь, что ли, запирает? А зачем? Хм. Так, ну я схожу еще раз сюда. Опять эти мумии. Туда не знаю, зачем идти.
Кстати, а вот что за этой дверью находится? Она закрыта с той стороны. Но посмотреть мы можем, что там находится. И вот еще красная дверь, вот тут есть такая. Заперта, ты не можешь открыть. Но если посмотреть... Это где-то выключатель, что ли? Ну-ка. Погодите-ка, это не в комнате? Вали. Так, давайте подлечимся, а то сейчас завалят нахрен. А, кстати, а если я к этому монументу еще раз подойду? Новый мастер творения. Ничего мне это не даст, да? Давайте сюда сходим еще раз. Может, тут какую-то кнопку надо нажать? Это же комната управления у нас, да? Ну-ка. Так. Вот какая-то комната управления. Опа. А, вот в чем дело. Ты открыл склад оружия. Ну, точно. Вот я внимательный, конечно. А может быть, надо было посмотреть сначала и только потом... Это становится возможным. Так, пойду на склад оружия тогда. Ну-ка, что это за место такое? Ох, блин, роботы. Так, они носят эти костюмы. Ты видишь скип. Ты взял скип. О, последняя, волк. Двуголовый волк. Отлично, на пьедестале ничего нет. Валим отсюда. Все, теперь стало понятным. Идем ставить волка. Все-таки задел меня, гад. Напоминают этих из игры Countdown Vampires. Тоже такие. На четвереньках. О, блин. Блин. Ты чё так быстро выбежал? Вот они. Быстрые какие. Так, интересно, что сейчас произойдет, когда я поставлю последнюю статуэтку. Так, ну где мой волк? Ты положил волка. И что сейчас будет? Врата открылись. Боюсь даже представить, куда это ведет. В коридор какой-то ведет это. В какой-то коридор. Ну пошли. Кто здесь? Здесь кто-то есть? Что за шум? Ты кто?
Опять эти роботы. Одна дверь, да? Единственная. Ну хорошо, идем в эту дверь. Здесь роботы. Дай посмотреть, что это такое. Что это за оборудование? Здесь что-то очень много. Ты видишь скип. Ты не можешь взять его. Твоя аптечка полна. Ты видишь много компьютеров. И несколько комнат вижу. Ты открыл. Так, и что здесь находится? С другой стороны открыл дверь, между прочим. А, это эта самая дверь, я понял. Мне сюда, значит, надо. Так, продолжаем. Что это за коридор такой? Тут есть лестница, дверь. Тихо тут, да? Наверное, посмотрим сначала, что тут. Дверь открыта. Так, интересно. Это что за комната такая? Ты видишь капсулу? Блин. Что это? Похоже на инкубатор. Ну-ка вспоминаем. Ого, ты кто? Монстр пришел отсюда. Что это такое? Тут кто-то есть? Монстр, ни хрена себе. Ты видишь красный, взять его не можешь. Монстры, блин, новые. Вы кто такие, мужики? Чё вам надо от меня? Нахрен я вообще сюда пошел? Валим. Ну, допустим, надо подняться на второй этаж. И что тут будет? Ага, тут есть дверь, да? Одна единственная. Это что такое? Сохранялка, нет? Нет. А, да. Давайте сохранимся. Прогресс есть. Прогресс есть. Так. Комната большая впереди. Очень большая. В ней есть одна дверь, которая приведет меня в коридор, где я уже был. А, я даже помню этот коридор. Но тут, наверное, куча монстров, да? И лифт. Это что такое? Это компьютерный терминал. Опа.
Пожалуйста, назовите по буквам свое имя. Р-И-О-Н. Программа семьи является совершенно секретной. Пожалуйста, назовите пароль. Программа семьи является совершенно секретной. Без пароля доступ запрещен. Твоя фамилия Стайнер. Пол мужской. Возраст 16 лет. Ты поступил именно так, как я и ожидал, Рион. Доктор Лэм? Я просто не могу поверить, какого прогресса ты добился всего за месяц. Кто я? Что это за программа семьи? Рион, есть много вещей, о которых тебе лучше не знать. Это Налькан, который закоротит твой мозг, если я сделаю инъекцию. Ты ведь не хочешь умирать, не так ли? Возвращайся в свою палату. Нет. Микеланджело Сити. Рион, какая сила! Что ж, пусть будет так. Это место станет для тебя морозильной камерой. Интересно, доктора встретили. Тебе что надо? Доктор, отвали от меня. Я тебя убивать не хочу, доктор. С палочкой. Так, это вот эта дверь открывается с другой стороны, да? А, чё она? Никакой реакции нету на дверь. Странно. Или мне тебя надо убить, ты босс, да? Нет реакции на дверь. Похоже, это босс. Так, лифт. Тоже реакции нет никакой. Похоже, надо сражаться. Ну что ж, будем сражаться. Грохнули его. Он что, живой, что ли? Чё стало? А, у него глаз. Я убежал из мемориального госпиталя Микеланджело, не зная ничего, кроме собственного имени. В госпитале я нашел фотографию своей семьи. Как только эти лица начинают казаться мне знакомыми, воспоминания ускользают. Такое ощущение, что я никогда не был с ними знаком. Что я там делал? Мое сознание затуманено. Я не помню абсолютно ничего. Я совершенно одинок. Сохранить игру. Ну давайте сохранимся, конечно. То есть первую зону мы прошли. В госпитале мы сбежали. Давайте на третий слот сохранимся. На всякий случай.
Уровень А пройден. Так, и что теперь? Эпизод Б. Твой дом. Ого. Кстати, кто-то мне подлечил эту штуку. У меня теперь голова не болит. Интересно. Это наш дом получается, да? А тут есть у нас место, куда пойти, да? Калитка. Работает? Работает. Опа. След от шин ведет к водоему. А если я не пойду сюда, допустим? Интересно, я жил здесь? Ну, Рион, я не знаю, как ты сюда вообще пришел, если ты задаешь такие вопросы. Так, вот тут еще калитка есть. Она тоже открыта. Так, а получается дом тогда закрыт, да? Судя по логике, нам надо отпереть еще этот дом. Ну-ка. Посмотрим. Она не открывается. Кто-то закрыл ее с другой стороны. А посмотреть. Ого. Да, сколько вкусняшек осталось в госпитале все-таки. Так, я не знаю, куда пойти. Давайте отсюда, что ли, начнем. Здесь вроде бы... одна дверь, куда можно будет пойти. Это что такое? Ты видишь Налкон. Блин, опять. Ну вот это, конечно, плохо сделало. Сделали слишком большое ограничение. И главное, нету ящика. Видишь качели? Интересно, я играл здесь раньше? Ого. Рион вспомнил свое детство. Да, тут есть вот одна дверь какая-то белая. Куда-то ведет она. Закрыто. Что там находится? Ха, какая-то комната. Видимо, надо ключ найти от этой двери. Тогда вариантов не остается, как идти в ту калитку, в другую.
Так, ну ладно, идем. Что здесь такое? Так. Ну что ж, что у нас тут такое вообще? Что тут творится? Ты видишь капсулу? Блин. Конечно, не могу подобрать. О! Гараж, что ли, какой-то? Здесь нет ничего полезного. А вот эта машина... Опа, на сиденье лежит ключ. Ты взял ключ от тайной двери. А, я догадываюсь, что это за дверь. Интересно, ездил ли я в этой машине? Давай вспоминать. Ребенком? С родителями? Так, ну тут еще что-то есть. Безусловно, да? Рут выглядит загрязненным. Окно закрыто. У дома есть еще одно крыло. А, ну это я знаю, да. Так, и тут какая-то дверь. Это в дом, что ли, вход? Так. Ну, пойдем посмотрим. Открыто там или закрыто? Заперто. Кажется, это тайная дверь. А, это отсюда, что ли, ключ? Ручка задней двери. Ты использовал ключ от тайной двери. Так, ну заходим. Зомби? Ни хрена себе. Это я вошел в дом, получается, да? Ты видишь обеденный столик. Интересно, я за ним ел? А, это что такое? Дверь, что ли? Нет, не дверь вроде. Или это дверь? Ты видишь капсулу? Еще одна. Дверь заперта. Опа. Кто это? Я вот не знаю, в какую сторону мне лучше. Снаружи можно увидеть лес. В какую сторону бы мне пойти? Вот в чем вопрос. Ну давайте сюда попробуем. Нет дверной ручки. Ты не можешь открыть дверь. Там барная стойка. То есть надо ручку найти, что ли, дверную? Значит, в красные двери. Ух, как мне это... Резидент напоминает уже. Особняк, блин. Тут открыто. Ого.
коридор какой-то Т-образный. Опа, что такое? Это дверь? Это ванная комната. Здесь что, никто больше не живет? Опа. Я только ради этого, что ли, сюда зашел? Тогда выходим. Вообще, я не думал, что здесь дверь. Я ее сразу не приметил. Ты видишь внешний вид. Ха. Туда или туда? Ну, давайте сюда сначала, наверное. Зеленая дверь. Открыта. Маленькая комнатушка еще одна. Что это такое? Ванная, что ли? Ванная. На дне бочонка что-то есть. А как мне это взять? Кстати, у меня отняли ключи. Ненужные уже. А, вот, ты видишь кнопку. Нажать? Ну, точно Resident Evil 1. Вода уже высохла. Ключик, да? Ты нашел ключ от второго этажа. Вода уже высохла. От второго этажа. Ладно. Выходим. Второй этаж это там, что ли? Здесь просто дверь. Открывается? Открывается. Какой коридор-то? Зеленая, красная дверь. И что, в этом коридоре ничего нету? И там еще коридоры, несколько дверей. Ну, пойдем. Опа. Мужик, спокойней. Спокойней. Это я куда пришел? Какая-то комната. Ты видишь Делметр. Это что такое? Не понял. А, это семья Риона. Это такая же фотография, какую я нашел в компьютере госпиталя. В центре я. С тобой что-то не так? У тебя проблемы со сном? Не знаю почему, я чувствую странную тяжесть. Как будто происходит что-то очень плохое. Это такая же фотография, как и та, что висит в больнице. Это мой дом.
снаружи можно увидеть лес. Ты видишь красивые диваны. Ты видишь красный, взять нет. Что за красный? Это что такое? Откуда взялась эта картина? Это называется метаморфоза. И что? Ее надо куда-то повесить. Так, ладно. А это что за маленький столик? Допустим, я выхожу в коридор, там меня какой-то мужик ждет. Блин, ладно. Напролом так напролом. Сражаться невыгодно. Что тут? Ух ты какой! Ты видишь внешний вид. Так, зеленая дверь открыта. Маленькая комната, да? Ты видишь внешний вид. Что мне это дает? О, это сохранялочка. Давайте сохранимся. Ну, наверное, третий слот перепишу. Твой дом. И я, наверное, на этом завершу данную серию. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих сериях. Пока-пока.